Доброго времени суток, дорогие друзья. Я все время показываю небольшие ролики о Валенсии. Ну и никогда не показывал вам так апельсиновые поля Валенсии. Чем, собственно говоря, и славится Испания. Испания славится своими мандаринами, апельсинами. Я решил вам показать. Сегодня у нас 14 февраля. Зима в самом разгаре. Я вам решил показать нашу суровую испанскую зиму. Ну и не просто зиму, а еще и показать вот такой мандариновый сад. Потому что все показывают исторические места, а вот как-то даже я упускаю этот момент. Почему-то не считаю нужным или забываю показать просто, как растет мандарин. Я вот когда сейчас зашел в этот сад и понял, что я сделал очень большую ошибку. Вот. Что я хочу пояснить. Вот вы видите, на полу очень много опавших мандарин. Это были морозы в этой местности. Это, чтобы понималось, это в горах, 1400 метров над уровнем моря. И были морозы, опали мандарины, и было ночью минус 6 градусов. При минус 6 градусов вот случилась такая беда. Это нетипично для Испании, но все-таки бывает. Ну, в основном все равно урожай, как мы видим, спасен, да? Ну, вот, собственно говоря, вот эту красоту я хотел вам показать и передать. Думаю, мой iPhone вам это все передаст. Эту всю красоту. И когда наши местные говорят, ой, как у нас холодно, я всегда смотрю телевизор и смотрю, там Москва минус 25, там Норильск, там вообще что-то ужасное. Поэтому, местные ребята, цените наши красоты и нашу теплоту в феврале. Шикарнейший урожай в этом году мандарин. Эти мандарины я пробовал. Очень сладкие. Очень насыщенные. Но горные мандарины, они всегда такие вот, они вот особенные. Ах, да. Сегодня уже у нас 14 февраля. Друзья, поздравляю всех с праздником. С Днем влюбленных. Всем парам я желаю всего хорошего. Любви, счастья. И всех благ. До новых встреч. Ну и если не трудно, напишите, понравились вам наши мандарины или не понравились. Всего хорошего.